Шумело море, на волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь, и голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых. Но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где он, там наша, люди, гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, спаситель наш от смерти, который на себя грехи все наши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас он в муках умирал. Не бойтесь, это он, тот, кто простил Марию, изгнал 7 бесов из души ее. Не бойтесь, это он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я, он говорит сегодня, средь бури, волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней, не бойтесь принять любовь Христа. Аминь.